Добрый вечер, друзья. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно хорошо. Спасибо. Рад сегодня вас видеть. Сегодня для вебинара я выбрал такую тему: критерии выбора компании сетевого маркетинга, как и какую компанию выбрать для сотрудничества, и проверка по критериям компании Power Matrix. Вообще сетевой маркетинг – это один из молодых методов продвижения товаров и построения собственного бизнеса, который стал возможен в современном виде после появления компьютеров. Конечно, в истории у нас есть примеры элементов сетевого маркетинга, но все же вот в том виде, в котором он есть, только 80-е. В сетевом маркетинге человек может создать свой собственный бизнес без финансовых инвестиций, что дает каждому уникальнейший шанс стать свободной и успешной личностью. С каждым годом увеличивается число компаний, которые используют модель сетевого маркетинга для продвижения товаров. Но в последние десятилетия модель сетевого маркетинга начали использовать и мошенники, привлекая людей высокими и быстрыми заработками, которые формируются исключительно из взносов новых участников. Пирамиды выстроены таким образом, а рушатся сразу, когда выплаты начинают превышать поступления. Конечно, потому что суть их в этом, просто собрать деньги с людей. А как же все-таки человеку, который решил стать свободным предпринимателем, не попасть на удочку мошенников, а выбрать достойную компанию сетевого маркетинга? Давайте рассмотрим несколько критериев, на что можно обратить внимание при выборе компании сетевого маркетинга для собственного бизнеса. Первое – это наличие уникального продукта, который своими характеристиками соответствует уникальности, и люди готовы его покупать независимо от того, являются ли они партнерами компании или нет. Существует большое количество продуктов, которые не способны этому требованию удовлетворить. Тут надо задать себе вопрос: если бы не было системы вознаграждений, стали бы вы покупать продукт или нет? Если вопрос отрицательный, то, скорее всего, этот критерий, получается, не проходит. Еще здесь можно выделить таких несколько подпунктов и посмотреть именно, насколько продукт подходит под бизнес в сетевом маркетинге. Во-первых, продукт должен быть качественным и экологически чистым. Потому что человек, который покупает, нужно, чтобы он не один раз купил, а покупал много-много раз. А второе – это доступные цены. Вопрос цены на самом деле на продукцию очень важен. Продукция должна быть доступна по цене для большинства представителей населения. При этом тут тоже есть такая особенность: продукция не должна сильно быть зависеть сильно от курсов валют, то есть, ну, это очень актуально стало сейчас. Нужно, чтобы была она отечественная. Продукт должен быть расходуемым. В идеале, ну, вот везде об этом тоже пишут, что для бизнеса в сетевом маркетинге в идеале срок использования одного продукта должен быть от 1 до 6 месяцев. А когда продукция заканчивается, человек вновь, если товар
Напротив, допустим, если товар имеет длительный срок использования, это относится, например, к посуде, к приборам, к каким-то там бытовым вещам, приспособлениям, у которых срок действия может быть 5-10, а то и 30 лет, конечно же, для бизнеса это не совсем подходит. То есть, конечно, есть компании, относительно успешно продвигающие такие товары, но вот здесь нужно это учитывать, что легче работать там, где продукт заканчивается, потому что не нужно постоянно искать все новых и новых клиентов. Те клиенты, которые есть, они будут генерировать вам оборот в структуре. А следующий подпункт – это достаточно широкий ассортимент с одной стороны, но и не сверхширокий. То есть ассортимент должен предоставлять право выбора партнерам и клиентам. То есть каждый может выбрать именно то, что ему нужно. Но с другой стороны, если там больше сотни, тысячи наименований продукции, то уже люди, партнеры не запоминают продукт, не могут объяснить, зачем он нужен, для чего, сколько стоит и так далее. И, конечно же, тут еще одна особенность как бы это сверхширокого ассортимента. Получается, что на склады в регионах не могут обеспечить весь ассортимент продукции. Постоянно чего-то нет. Поэтому здесь должен быть также баланс. Давайте посмотрим следующие критерии. Это широкий круг потребителей. Нужно оценить рынок сбыта продукции. Чем больше рынок сбыта, тем больше высот в бизнесе можно достичь. То есть надо подумать, кому нужен этот продукт, который предлагает компания. Следующий критерий – это маркетинг. Маркетинг-план нужен, способный дать возможность зарабатывать партнерам как на начальных этапах, так и с повышением статуса. Здесь маркетинги разные, некоторые ориентированы на новичков, некоторые на лидеров, но нужно, чтобы в идеале, чтобы был баланс. Ну вот, очень часто встречаются бизнес-планы, где партнерам нужно там первый год работать, можно сказать, за спасибо, нарабатывать себе структуры, объемы, и только потом они смогут что-то начинать получать. Примеров этому масса, я думаю, вы также их знаете. Далее, следующий критерий – это плата за регистрацию. Здесь нужно посмотреть отсутствие или наличие платы за оформление соглашения с компанией, стоимость стартового пакета, первоначальной закупки и так далее. А чем меньше эта стоимость, тем привлекательнее становится компания для создания персональной группы для привлечения новичков. Следует с осторожностью относиться к компаниям, которые заранее пытаются нагрузить новичков значительным количеством продукции и требуют каких-то взносов просто за регистрацию, там, за поддержку в системе и так далее. Ну, то есть, если плата идет фактически только за членство, то это уже похоже на финансовую пирамиду, и здесь надо внимательным быть. Следующий критерий – это наличие системы обучения. В идеале нужно, чтобы была система обучения, которая на всех этапах развития бизнеса будет обучать успешному ведению бизнеса. Потому что нужно, чтобы тоже везде подходить профессионально, и чтобы сетевики в компании тоже становились профессионалами. Следующий критерий – это наличие собственной научно-экспертной группы. Ну, это может быть по-разному выглядеть, но для устойчивости и перспектив бизнеса важно, чтобы компания имела специалистов, которые заняты процессами исследований,
совершенствованием существующих продуктов, запуском новых и так далее. Потому что мир не стоит на месте, и сегодня мы, допустим, в компании, обладая там передовой продукцией, через лет 5 уже другие компании выпустили. То есть нужно, чтобы постоянно компания совершенствовала продукцию, чтобы быть впереди. А следующий критерий – это уровень развитости компании на рынке. То есть насколько компания новая, как она давно стартовала. Здесь тоже на самом деле это не играет определенную роль. Конечно, не для всех, кто просто приходит в компанию для какого-то небольшого дополнительного дохода, может, в принципе, этот критерий и не на этот критерий не обращать внимания. Но для людей, желающих создать высокий пассивный доход, он важен. Ну вот, давайте перейдем к следующему критерию. Это руководство компании. Ну, тоже это на самом деле важный критерий. Если руководители компании были замечены не в одной пирамиде, или в компаниях, которая там окидала людей, стоит ли доверять снова этим людям и ждать, когда эти люди поступят с вами так же. Действительно, есть масса примеров. Можно приводить массу примеров, когда новые создаются компании, смотришь на человека, так вот он только что там закрылась пирамида, все пострадали, и он создает опять новую какую-то компанию, которая маскирует пирамиду как-то по-своему, по-новому. Там было там одно, тут другое, но суть не меняется, цель уже ясна, чтобы просто собрать деньги. Ну или есть примеры, когда тоже сейчас, слава богу, есть интернет, и по людям, по руководству можно найти какие-то сообщения, посмотреть, какие компании были до, ну, когда компания перестает выплачивать, да, или как-то меняет условия, когда люди чувствуют себя обманутыми. И потом смотришь, что этот человек опять создает новую компанию, и какие-то действия производит такие. Давайте проверим компанию Power Matrix вот по этим критериям. Наличие уникального продукта. Но здесь Power Matrix, линейка компании Power Matrix соответствует всем этим пунктам и подпунктам. Да, продукция абсолютно уникальна, соответствует заявленным свойствам. Люди готовы ее покупать независимо от партнерства с компанией. Вот я на собственном опыте это ощутил, потому что люди, ну, просто даже не думая о бизнесе, просто покупают. То есть здесь возможны просто клиенты, которым необходим продукт в любом случае. То есть маркетинг, не маркетинг, продукт нужен. Качественный и экологически чистый продукт. Ну, это тоже да. Доступные цены. Это тоже да. Согласитесь, что в компании Power Matrix, в принципе, все продукты доступны всем категориям людей. Если сравнивать с другими компаниями, то обладает очень доступными и демократичными ценами. Курс может позволить себе даже там пенсионер, студент и так далее. Следующий пункт, продукт расходуемый. Да, большинство у нас продуктов компании Power Matrix, они рассчитаны на 1,5 месяца, которые большие флаконы, они до где-то 4-5 месяцев. То есть как раз идеально соответствует этому критерию. Широкие, но при этом не сверхширокие.
Тут компания PowerMatrix также соответствует по полной. То есть продукция сейчас на сегодняшний день в ассортименте компании PowerMatrix более 30 наименований продуктов. Это и универсальные, и направленные на определенные органы и системы. То есть человек может, с одной стороны, выбрать то, что ему конкретно нужно. Ну а тут еще, если учитывать то, что, допустим, Matrix Vision, препарат универсальный для глаз, на сегодняшний день нужен всем, потому что уже и американцы вовсю пишут, что сейчас идет в мире эпидемия миопии, то есть все школьники имеют какие-то уже отклонения по зрению. Это со многим связано и с экологией, и с образом жизни, отсутствием солнечного света, много времени проводят в помещениях и так далее. Но неважно, с чем это связано, действительно есть такая глобальная проблема. И, допустим, Matrix Vision способна решить вот эти задачи по зрению. То есть тоже тут соответствует по полной продукция PowerMatrix этому критерию. Давайте посмотрим дальше. Широкий круг потребителей. Ну вот я как раз об этом и говорил. То есть тут тоже полное соответствие. То есть и Matrix Visum нужен практически, я не знаю, 95% населения Земли. И другие продукты, такие как Matrix Relictum, тоже у нас у всех, наверное, дефицитное состояние, есть какие-то нехватка и аминокислот, и там витаминов, минералов, и он способен ликвидировать эти дефициты, и такие продукты, как, допустим, Matrix Acardin, он, в принципе, для профилактики, даже у кого нету проблем никаких с сердцем, с сердечно-сосудистой системой. В идеале, конечно, каждый должен принимать этот продукт, чтобы не получить в дальнейшем эти проблемы. То есть, кому нужен продукт, да, практически всем, всем, кто как-то заинтересован в своем здоровье. Маркетинг. Тут как раз тоже в самую точку. То есть маркетинг-план компании PowerMatrix создан таким образом, что есть несколько бонусов. Да, стартовый бонус позволяет зарабатывать вообще с первых дней сотрудничества, а бонус за приглашение, вернее, за продажу стартовых пакетов. То есть он платится не просто за какие-то взносы, а за продажу продукции в стартовых пакетах. И с другой стороны, есть базовый бонус и остальные бонусы, которые растут постепенно, создавая пассивный доход. Это уже относится к лидерским. То есть есть и лидерские бонусы. У лидеров уже у нас в Power Matrix базовый бонус или превышает уже стартовый, выплаты по стартовому, или находятся где-то они рядом. То есть баланс вот этот очень удачно соблюден. То есть тут тоже по этому критерию Power Matrix соответствует полностью. Давайте посмотрим дальше. Плата за регистрацию. Стартовый пакет в компании Power Matrix стоит всего лишь 4800 рублей. При этом это не просто какой-то взнос. Ну, во-первых, эта сумма вообще доступна каждому человеку, будь то, я не знаю, пенсионер, студент. Ну, то есть у нас этим никак нельзя кого-то напугать этой суммой, потому что, ну и тут другой аспект, что стартовый пакет полностью обеспечен продукцией, при том продукцией на выбор. То есть здесь нету попытки нагрузить новичков продукции ненужной. То есть человек берет ту продукцию, которая ему нужна. Стартовый пакет очень доступный. То есть по этому критерию компания PowerMatrix тоже полностью соответствует требованиям нашим.
наличие системы обучения президентом компании PowerMatrix является Игорь Минин. Он с 1997 года руководит межрегиональным центром развития сетевого маркетинга, а с 2002 года его избрали президентом Евразийской академии сетевого маркетинга. Это такое сообщество экспертов MLM. То есть межрегиональный центр развития сетевого маркетинга, одно из направлений было как раз организация обучений предпринимателей и сетевиков. У нас сейчас готовится в компании PowerMatrix тоже по всем направлениям обучения и новичков, и среднего звена, и лидерские обучения. К открытию все программы будут созданы, и с сентября у нас тоже готовятся такие очень приятные сюрпризы, связанные с системой обучения. То есть здесь тоже все у нас соответствует. Может, на данный момент не в полной мере, потому что компания только новая, и только сейчас все структуры, ну, сейчас процесс первоначального формирования структур происходит, поэтому это было не так актуально, но вот мы подходим к той точке, когда это все будет функционировать уже в полной мере. Далее, наличие собственной научно-экспертной группы. У компании PowerMatrix есть научно-экспертный совет, куда входят кандидат медицинских наук Любовь Викторовна Засорина, врач-эндокринолог высшей категории, которая является председателем совета. Потом кандидат медицинских наук Анатолий Васильевич Наговицын, кандидат биологических наук Ирина Петровна Пьянзина, кандидат технических наук Анатолий Александрович Стихин, академик Академии медико-технических наук Андрей Николаевич Кузнецов, доктор медицинских наук Лариса Вячеславовна Чернецова, доктор медицинских наук Любовь Прохоровна Волкова, врач-офтальмолог высшей категории и так далее. Тут даже не полный список. Сейчас у нас только на старте, но уже проходят множество и дополнительных клинических исследований по продукту, и доработка, и исследования, и совершенствование. То есть этому критерию компания PowerMatrix также полностью соответствует. Уровень развитости компании на рынке. Компания PowerMatrix новая, то есть первые регистрации начались в конце лета 2015 года, но там был только один продукт до Нового года практически. И вот продукция в ассортименте появилась только уже в этом году, в 2016 году. И такие серьезные построения сети, они начались только в 2016 году. То есть только в этом году. И понятно, что еще большинство людей никогда не слышали о компании PowerMatrix. В этом и таится как бы такие сверхвозможности у компании PowerMatrix, потому что она новая, и возможностей здесь больше. Здесь нету внутренней конкуренции у партнеров. Пока можно только по возможности больше доносить информацию всем и уже формировать свою структуру. Ну вот как раз этот слайд и по этому моему тезису. Конец лета, первой регистрации и уже продукция в ассортименте в 2016 году. И торжественное открытие намечено на осень 2016 года. То есть это или конец октября, или начало ноября. Ну вот будет объявлено, наверное, уже в ближайшие буквально дни, точная дата торжественного открытия в Москве. Далее, руководство компании. Руководителем, президентом компании PowerMatrix является Игорь Минин. Это ведущий российский бизнес-консультант в области MLM, президент Межрегионального центра развития сетевого маркетинга и частного предпринимательства с 90, ну тут написано 8, а на самом деле 7 года, президент Евразийской академии сетевого маркетинга. Просто хотел заметить,
что вот эта должность президента Евразийской академии сетевого маркетинга, это такая организация, она общественная, то есть президент там выборный. То есть эксперты мира MLM выбрали этого человека президентом своей организации. То есть они ему полностью доверяют. Почему бы не доверять ему и нам? Точнее, нам ему. Он также является основателем издания «Планета MLM». Он был организатором первого саммита президентов компании сетевого маркетинга и прямых продаж. Он автор идеи Дня сетевика, который сейчас празднуется в первую субботу декабря. Он один из главных основателей и руководителей Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса. Его часто приглашают в комитеты Госдумы именно по разработке методов борьбы с пирамидами. Ну и, может быть, и его заслуга в том, что не было принято такого жесткого, очень жестких законов, которые бы вообще поставили крест на сетевом маркетинге. Потому что возможности такие у нас в стране были. И он является руководителем департамента Российской ассоциации геронтологов и гериатров. То есть, что сказать, тут тоже компания PowerMatrix полностью соответствует вот этому критерию по руководству компании. То есть у нас какой итог? У нас 8 из 8. То есть у нас по всем пунктам компания PowerMatrix соответствует критериям, которые вот рекомендуются при выборе компании сетевого маркетинга. Компания PowerMatrix удовлетворяет всем критериям. Вот такой у меня сегодня вебинар. Если возникли вопросы, я буду рад на них ответить. Конечно, на рынке сейчас очень много компаний, но вот чтобы все соответствовали по всем этим критериям, это критерии не мои, это обобщенные критерии, взятые из разных источников, такие относительно объективные, ими можно проверять любую компанию. Я очень рад, что компания PowerMatrix вот полностью соответствует им. Спасибо за внимание. Вижу, что вопросов пока нет. Эти слайды будут доступны на Яндекс.Диске в папке. Сейчас повторю первые два слайда. Первый слайд – это наличие уникального продукта. Здесь несколько подпунктов. Это качественные, экологически чистые. У нас химический состав препаратов – это чистая вода, да? То есть тут полностью соответствует этим критериям. У нас нанесена информация, изменены свойства воды, которая становится биологически активной и очень положительно воздействует на ткани живых организмов. Доступные цены. Я думаю, тут тоже никто не будет спорить, что цены на сегодняшний день доступные. Продукт расходуемый, да, тут тоже соответствует. Широкий ассортимент, но не сверхширокий. Сегодня я не рассказывал о маркетинге, отвечаю на следующий вопрос.
Сегодня тема была другая. Маркетинг в среду. В среду будет обычная презентация Power Matrix. Во вторник у нас завтра вебинар с врачом, с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, Любовью Викторовной Засориной будет вебинар. Сегодня я хотел вам вот такую информацию в такой подаче дать по компании Power Matrix. Надеюсь, это будет тоже полезно. Большое спасибо за внимание. Желаю вам больших успехов. Кто еще не успел зарегистрироваться, пожалуйста, возьмите ссылку у вашего у человека, кто рекомендовал вам первый в компании Power Matrix. Регистрируйтесь, покупайте стартовый пакет с продукцией на выбор. И давайте вместе зарабатывать и решать вопросы по здоровью. Приглашаю вас на завтрашний вебинар. Точная дата открытия будет объявлена буквально в ближайшие дни, на этой неделе точно. Вот у меня на сегодня все. До новых встреч. До свидания.